уникальную коллекцию. Тоже специальный тренажер, короче, для того, чтобы отрабатывать удар. Вот эта штука. Да? Поэтому советую вообще как бы на самом деле. Ну, дома, дома. Спасибо. Первый решил начать. Держи сверху точку. Отлично, видишь, молодец. Стоп, не открывай кисть. Сейчас дадим ему. Сейчас открывай. Кто? А это я. Пойдем пиво попьем. А если я выключу стрим, пойдете со мной пиво пить? Иди нахуй из моего дома, ты заебал уже! Чисто зашла к друзьям, просто сразу иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Пожалуйста. По факту я сижу одна, глушу, то есть. Пойдемте зайдем еще в бар, спросим. Есть ли у них пивко, да? А у вас есть пиво? Ой, балдёж. Да, Лусти. Сейчас я здесь ставлю. Отсюда никто не сберёт. Девчонки, гости, а вы айкос курите? Нет. Кто-то из вас все-таки нормальный человек, да? Да. А вот у меня нет друзей, мне не с кем бухать, я напиваюсь в барах. Знаете, с кем? У меня стрим, короче, 177 человек смотрит. У меня есть цель, я знаю, куда идти. Молодой человек, вы не можете надо бара проводить? Мне просто нужно в конкретный бар, и я пьяная, боюсь, идти сама одна. В смысле? Какой бар? Он, короче, на Лиговском 50 находится очень далеко. Вы спешите, да? О, я очень спешу. Я вас проводил. Вы смотрели «Клан Сопрано»? Нет. Вы не смотрели «Клан Сопрано»? А сколько лет вам? 25. Мне 29. Успейте, до 29 должны посмотреть. Это топ. Ну, я знаю. А у вас день рождения сегодня? Ну, 25-го года. Ясно. А где вы празднуете? Да, у друга. На Хавайи. На квартире? Угу. А может быть, к вам тогда? Ну, смотрите, я не знаю, ну, на самом деле, как вот, хотите присоединяться, я не пойдемте, против. Пойдемте. Мы на день рождения идем. Меня зовут Олеся. Меня Александр, очень приятно. Да. Я уборщица, привет. Уборщица? Да. Здорово. Я приличная компания. Ну, приличный список. Приличный список. Короче, смотри, что у меня есть. У меня есть вообще... Бухлишка. Угадайте, нет, угадайте, что это. Блядь. Ёбаный в рот. А ты из России, оркестр? Нет. Нет, это тренажер для настольного тенниса. Может, пригреем, чтобы тренироваться? Серёжа, подожди. Это Серёжа, тренажер для настольного тенниса. Я что-то кручу. Это тренажер для настольного тенниса. Я... У меня ракетка с собой, что не верите? Смотри, это чтобы отрабатывать удары. Типа, не отбивать надо, типа... Подождите, сейчас я сходу вот так. Вот именно вот так. Ага. Именно вот такое движение. Ага. Давай. А зачем во всех комнатах убираться? Вы будете во всех комнатах... К вам типа тёлочки придут и... Нет. Ну здесь пойдем. Нормально, в принципе. Да? О, это типа ломк вот так... А ты умеешь на этой хуйне кататься? Да. Почему он не поворачивает? Я плохо что-то не так делаю, да? Да. Тебе нужно как бы телом. Как бы телом. Ну, типа, понимаешь, если как бы понадобится стол, можно всегда вот сделать вот так вот, да? А у тебя офигенно в квартире. Это типа творческий беспорядок. Типа, а, да. Понадобится стол, знаешь, понадобится чуть больше стола, вот так сделаешь. В принципе, у тебя все отлично. У тебя куча книжек, подожди, архипелаг ГУЛАГ. О, дашь что-нибудь почитать? Не, вот... не надо ничего тут доставать. Я вообще и ничего не достаю. Зашибись. Я просто люблю книжки очень. А, ну очевидно. По мне видно, да? Ты считаешь, что я туповатая, да? Ты пошутил, это сарказм был, да?
По поводу чего? По поводу книжек ты. Я не помню уже, что я сказал по поводу книжек. Это шутки? О, это что такое? Какая-то... Свечка. А, это свечка. А, это... Бля, это свечка, блядь, я не додумала, что это свечка. Господи, как тебе страшно, ты пришла на квартиру незнакомых людей. Я знаю даже мать его, понимаешь? У меня есть контакт его матери. Вот, смотри, 315-92-719, это мать вот его. Ну-ка, а можешь посмотреть? Если мы, ну, ты можешь своего, потому что у меня есть Инстаграм, у меня все есть, у меня все ваши данные есть. Ты напрягаешь. А? Ты напрягаешь, если честно. Пугаю? Ты шпион, что ли? Ну, типа, я не шпион, но я просто, что думаешь, я могу засесть? Алло? Вы шпагисты? Так, ладно, это все, конечно, весело, но я все равно себя неловко чувствую. Давайте открутим свою хуйню за 1500 и съебемся отсюда. Да хуй там делать? Слишком стара для этого говна, типа. Это приключение нам не понравилось. Ищем новое приключение. А подскажите, пожалуйста, я на площадь Восстания, правильно иду? Вы туда идете? Да, я иду. Покажите, где поворачивать? Да, а вы зачем? Можно я вас сниму немножко вот и на руку? Что вы хотите? Я блогер, я снимаю просто себя. Хоть поехать пойду со мной в бар, я знаю хороший бар. Бар? Да. Он для своих только. Пока, ребят. Только недавно открылись? Недавно. И мы сейчас еще вот так сделаем. Только одна рука здесь. Тихо, не сломайте, не сломайте. Все, она уже сломалась. Не сломайте, серьезно, не сломайте. Это ужасно. Не сразу попробуй. У тебя что, родители богатые? Нет. У тебя героические родители? Да. Я вот пришла к своим друзьям. Это иди нахуй сюда со стримом. За дружбу, ребят. Дайте мне плеть, я реально... Успокойся, блядь. Сейчас. Да я угораю, успокойся. 1500 за нее заплатила. Главное, чтобы рука, движение руки типа было правильное. Серьезно? Да. Давай, блядь. Это Twitch, это игровая платформа, здесь все серьезно. Здесь только серьезные ребята. Давай, делай видосики. Сейчас ищет моего отчима. Готово? Истинный носок. Не было такое. Давай, давай. Ты, ну, какие слова непонятно, в пизду, блядь, молчи. Прям лучшие шарики, что я ела. И не только ела, они прям лучшие. Да. Очень вкусные шарики. Очень вкусные сырные шарики. Блин, сырные шарики просто топ. Это реально лучшее, что я ела в своей жизни. А есть что-нибудь по промокоду Махрома, типа, знаете? Бесплатный шарик в подарок. Аналь, ой. Есть. У меня парень, не знаете, сколько выиграл? Какой? Больше не стоял? Ну, неопределенный, типа, как бы я считаю, что он мой парень, а он как бы может сказать что угодно. Вообще, наверное, забуклая такая, но типа... Это тот, который мечта? Он идеальный, боже мой. Всю жизнь буду только о нем думать. Ну, как ощущения? Собаку в планке постоят 40 секунд. 3, 4, 39, 40. Братиш, ты мяту добавил, да? Да, это мята тут. Ты неправильно куришь. Не надо сосать, надо курить. Это хорошо, ребята. Почему я вас не бухала раньше? Да мы тебя первый раз видим вообще. Как тебя зовут? Анастасия. Анастасия. Хорошо. Пойдемте, пойдемте, смотри. Я ни разу там не была просто. Ребят, я супер трезвая сейчас. Да, да, мы все пути, чтобы быть круче. Мы трезвые. Мы угораем, блядь. Бля, меня тоже мы пиздим, а вы типа тут застремаете и все. Можем поехать ко мне? А что мы будем делать? Не, мы дальше в виновницу поедем. А? Мы в виновницу дальше поедем. В виновницу? Да. А кто виновница? Не знаю. Просто мы поедем тусить. Я могу провиниться в чем-нибудь. Паспорт. Like because I rap the music athletes. Stop asking me. I know they make
in the court, then I slide like it's Vaseline. West Coast 6, punching like a trampoline. Take a break out, put it on the trip.